Всем огромный привет, мои дорогие друзья, подписчики. Сегодня я решила снять видео вот со своей елочкой. Здесь, знаете, так уютно сижу на подушках. И мне вот очень захотелось, чтобы в кадре сегодня была моя елка. Потому что не зря ж мы ее тут украшали. Вообще украшал ее мой ребенок. И вроде как уже Новый год скоро, да? Сегодня у меня будет распаковка, наверное, моего последнего в этом году, в 2021 заказа Avon. В этом месяце у меня вышел такой заказ, которого у меня не было никогда в жизни. По моему личному номеру почти на 45 тысяч такого не было никогда. Я понятия не имею, откуда они взялись, потому что откуда-то они появились. И последний заказ. Здесь будет заказ клиента, и я хотела добрать сумму, чтобы попасть в президентский клуб, который у нас идет там второй уровень для получения всяких там бонусов, в общем. И в конце видео обязательно хочу вам похвалиться некоторым сюрпризом, который мне сделали, и, конечно же, мне хочется показать вам. Так что смотрите до конца. Так, коробочка Avon. Клиентка у меня, которая заказывала 3 пакета сюрприза, сказала, что она всю жизнь мечтала себе заказать какой-то там парфюм, и никак не могла, и решила, что в честь Нового года она должна себе позволить, и заказала у меня еще. Она хороший, кстати, заказ сделала. Так, здесь у меня что, значит? Я уже сама не помню. Часть помню заказа, часть нет. Вот так выглядит накладная. Все упаковано нормально. Сейчас посмотрим, какие у нас тут может быть замены, не замены. Так, ну, конечно же, парфюмерная, туалетная вода Avon Collection Glam Style. Помните, я вам говорила, что у меня есть клиентка, которая очень много покупает этих вод. У меня их сейчас еще 4 штуки в заказе. Потому что те уже 4 штуки, по-моему, 4 штуки у меня их забрали. Осталось, по идее, 6. Надо поискать, пересчитать, потому что я их убрала. И я считаю, что 4 штучки вот надо было еще мне заказать. Знаете, потому что очень она ее любит. Действительно, мне такое ощущение, что эту линейку будут выводить. Так, что я тут смотрю дальше? А дальше мне пришла... Так, я смотрю и думаю. Дальше мне пришла вот такая помада. Это помада... Бесконечный нюд, по-моему, супер стойкость. У меня есть клиентка, которая брала помаду такую в оттенке темно-бордовом каком-то. Она сказала, просто супер классная помада. Она стоит 400 рублей в каталоге. И мы с клиенткой ждали несколько раз. Она была под пятеркой. И сейчас она пришла, чему я очень рада. Мне все пришло, кроме геля для душа детского, для девочки, вот, холодное сердце. Все остальное мне все пришло, слава Богу, я очень рада. И клиенты мои тоже счастливы и рады. Так, вот, я ждала Синьо Сапес. Я когда-то сказала Сегно, меня поправили в комментариях Саньо, Синьо. В общем, вот эта вода, как правильно говорить, в общем, вот такая парфюмерная, туалетная. Парфюмерная вода, здесь написано мужская, у меня есть клиент, который любит эту воду. Гель для душа мне пришел 2 или 3 каталога назад, из этого набора всего лишь 999 рублей. А раньше мой клиент покупал у кого-то за 1500, вот представляете, какие бывают представители, которые за такую цену продают и покупают. Ну вот, не знаю, я ему сказала, что я продаю по цене каталога, даже еще и скидку делаю, но он сказал, мне скидка не нужна. То есть мужчины как-то более лояльны насчет этого. Так, мне вложили вот такой пробник. Пробник мне этот Attraction Desire, наверное, за то, что я парфюмерные воды заказывала. Дальше я покажу вам вот это Eve Confidence, про то, что клиентка у меня хотела заказать. Так сильно отсвечивает. Вот Eve Confidence. Была парочка. И, кстати, эта парочка очень небюджетная, даже со скидкой 40% вышла. Там, по-моему, рублей 800, наверное, она выходила. Ну, мне так кажется, за пару. Где-то 700 рублей, вот я сейчас не помню. Я делала рассылку с картинками с 40% скидкой. И клиентка вот взяла Eve Confidence. Я себе, естественно, думаю, все-таки надо мне взять набор Cherish, потому что цена 600 рублей за 3, значит, смотрите, здесь
Cherish вот такой. 50 миллилитров. Дальше Cherish 10 миллилитров. И дезодорант. Мне кажется, это вообще классно. То есть вот эту парочку можно продать рублей за 300. А, и вот это, собственно, тоже рублей 600, я думаю, да? Ну, то есть вообще это очень выгодно брать такие наборы. Особенно сейчас, вы еще успеете, если сегодня закажете, доставка 5 дней, в принципе, реально, если она приходит, мне обычно заказ приходит 3 дня, 3-4, вот максимум 5, крайне редко. И еще один такой набор взяла, чтобы он у меня был, потому что я хотела, чтобы 40% скидка не прошла. При покупке 3 наборов проходит скидка 40% определенных. Там очень много входит наборов, и мужских, и женских. Я думала взять Incandescent, но там идет в наборе 2 продукта. Лосьон для тела и туалетная парфюмерная вода, не помню, как она идет, Incandescent. А здесь идет 3, но без упаковки. Я решила все-таки возьму Cherish, потому что Incandescent мне прислали очень много в прошлом каталоге. Так, а дальше давайте посмотрим, что мне пришло. По программе у нас, которая по каталогу, я взяла вот такой набор еще раз, Planet Spa. Оставлю его в подарок своим близким. Здесь маска гель для кожи вокруг глаз с экстрактом черной икры и крем для рук. Потому что прошлые у меня разобрали клиенты, я предложила. В общем, такое. Так, что тут у меня? А, тут, кстати, у меня еще будет забавный аромат. Дальше что я взяла? Это 2 в 1. Крем и гель. Кстати, мне надо посмотреть. Мне кажется, в прошлый раз мне пришли зеленые. Я сейчас уже не помню, надо видео пересмотреть. В общем, вот такие замены 2 в 1. Это вместо пилинг-падов. Так, хотела посмотреть срок годности. Потому что в следующем каталоге у нас будут выходить для век такие средства. Господи, где мне найти здесь? Сделано 10-го 2021 года. Октябрь. В принципе, вот им пару месяцев всего лишь, то есть они свеженькие. Вот такие штучки мне приходят, у меня склад Москва. Это при заказе по каталогу от 1000 рублей. И я решила, что хочу использовать свои 6 баллов, которые у меня накопились. Там были замены, не замены. Я решила, возьму то, что еще никому не заменяли, и того, чего у меня нет за 6 баллов. Вот такая вода Petite Attitude Bi. Мы с вами ее как-нибудь откроем в одной из распаковок моих парфюмерных. У меня безумное количество новых ароматов, которые я взяла в сетевых компаниях, которые мне подарили, которые я заказала на сайте Рандеву к Новому году. Наверное, буду снимать прямо в последних числах, потому что коробка у меня лежит. Распаковка Avon парфюмерная тоже будет у меня отдельно. Вообще выглядит аромат вот так. Всего лишь он за 99 рублей вышел, потому что 6 баллов мне надо было использовать. Программа действует до конца декабря. Успевайте обязательно свои баллы забрать. Так, и напоследок вам покажу. Мне пришла поздравительная открытка от Светланы, канал Светлана. Я оставлю ссылку, естественно. Светлана, большое тебе спасибо. Мне Светлана прислала открытку вот такую, счастливого Нового года. Здесь такой милый тигрушка, год тигра у нас будет. Мне было очень приятно. Здесь Светлана мне написала пару строк, что она поздравляет меня с Новым годом. Вообще, это на самом деле очень мило и, знаете, так по-женски приятно. Как-то забыли мы, да, что такое бумажные открытки. Все всегда посылают всем картинки, да, но получить бумажную открытку, это просто как-то вот, знаете, вот переносит какой-то вот назад, вот как флешбеки вот эти, как раньше. Мне всегда бабушка и мама дарили открытки, я их обожаю, я до сих пор их храню. У меня есть с открытками очень большая такая, ну не папка, коробка, наверное, даже. Я обожаю открытки. Я никогда их не выброшу. Даже есть открытки, которые мне бабушка дарила, когда мне был там 1 годик, 2 и 3. Я их храню, потому что перечитываю иногда. Редко, честно, но это действительно классно. И мне Светлана подарила, ой, вообще это прелесть. Там была коробочка от туши Марк в пакете в этом. Я открыла эту коробку. И что вы думаете, я там увидела? Светлана, видимо, смотрела мои видео. Она мне прислала аромат, который снятый. Отсвечивает. Это
Это Прима, это парфюмерная вода Прима в 10 миллилитрах. Господи, Светлана, спасибо тебе огромное. Я этот аромат обожаю. Когда я пришла в компанию Avon, он уже был снят на тот момент. По-моему, его уже не было. Я его себе купила на какой-то распродаже в аутлете. И он мне валялся, знаете, в сумке там. Это брызнулось раз, два, три. И настолько он мне понравился, у меня с ним связаны очень хорошие воспоминания в моей жизни, очень для меня важные и трепетные. И этот аромат просто, не просто там флакончик с парфюмом, а то, что меня возвращает в определенное время в моей жизни. Вот я нанесла себе его на руку, это такой шипровый аромат, знаете, я не помню, какие там ноты, он очень фруктовый, шипровый, очень шлейфовый, красивый, знаете, такой заполняющий. Я люблю такого плана ароматы, жаль, что его не было, но, Светлана, большое вам спасибо, большое спасибо, нет слов. Знаете, такие вот вещи, они настолько вот, душевно просто приятные по-человечески, это обалденно приятно. Спасибо большое. Сейчас заканчиваю свое видео. Хочу вам пожелать, вот сейчас у нас осталась неделя до Нового года, привести свои мысли в порядок, да, настроиться на Новый год, как-то, может быть, сейчас немножко расслабиться, насладиться погодой приятной. У нас снежок, все нормально, больших морозов нет, но они есть, какие должны быть зимой. Это не радовать. Я, например, очень рада. У нас сегодня каникулы начались у детей. Вообще классно все, все очень-очень хорошо, и я вам того же желаю: не болеть, быть со своими близкими, со своими родными, провести это время душевно приятно. Всех обнимаю, всем пока, скоро будут новые видео.